Большую часть территории, известной среди местных жителей как «Пятачок», заполонили магазины и машины. Городским автобусом встать было практически негде. Людей приходилось высаживать прямо на дороге. Это существенно затрудняло движение других машин. Сегодня же значительная часть ларьков снесена, а на их месте строят новые автобусные остановки. Вот это место будет приведено к единому архитектурному облику достаточно в скором времени. Вот. Это все делается на благо жителей микрорайона, на благо жителей центрального района по поручению главы города. Автобусные остановки украсят декоративные цветочные ограждения. Также продолжится снос незаконных торговых павильонов вдоль дороги. Все работы планируют завершить до Нового года. Помимо этого, в районе 191-го дома по улице Пластунской почистили ливневку. Она была забита илом и мусором, а в некоторых местах ливнесток был сильно поврежден, из-за чего подтапливался подвал ближайшего дома. Сейчас проблема устранена.